Ай-яй-яй. Что такое? Цыгане какие-то. С ребятишками. С детьми, брат. Ну-ка, Кочберюк. Есть. Будем знакомы. Грачев. Богатый ты цыган, богатый. Один лучше другого. Еще один есть старшой. Посмотри, пожалуйста. Яков! Ну, здорово. Как звать? Яков Шевердин. Хорош. Вы куда едете? В деревню Перцовка. Нет, в Перцовку нельзя. Там белые. Белые? Тут одна дорога. Через брод в тыл, в село Михайловское. Спасибо. Так вот, товарищ, бойцы тут у меня раненые. Если б ты их с собой через брод в тыл, а? Тяжело. Детки малые, полны повозки. Сам понимаешь, помрут тут. Михайлова? Да. А там? А там советской власти сдашь. Ну, давай еще раз руку цыгану. Ну, вот, спасибо. Пойдем, Яша. Слезай, приехали! Игнат, осмотреть повозки? Выдра, обыщи вторую! Thank you.
Располагать. Хороший конь. Распрягай. Тату, тату, смотри. Не бери коня, красавец, солдат, не бери коня. Не бери коня. Владимир, все одно заберем. Пангава-тумэн, настояна карма. Убрай коня. Румон. Ты еще откуда взялся? Ваше благородие, детки, пропадут детки. Не дам! Коня отняли, медведя увели. Мало этого, еще человек убили. Русские рабочие где-то здесь. Нам на помощь идти. Предупредить бы их. Пошли, Якова, а? Товарищ Стрелян. Сейчас приедем. Сколько у тебя пулеметных лент осталось? Четыре. Четыре. Сдай-ка сберегу. Как сдай? Я сам желаю. Мало желать. Бить без промаха надо. Он флотской. А мы только что с завода, товарищ командир. Ты что, приказа, что ли, не слышал? Опять белый пруд, товарищ командир. Ну а что будем делать, если тулики не подойдут? Штыками. Да-да. Подходит? Дай покороче. Есть. Хорош.
Распелся, а подсумок? Виноват, товарищ Можаев. В нашем деле самое главное чувство меры. Ведь можно пересолить, а можно досолить. Или пережарю, а можно не дожарить. Либо переперчил, или не доперчил. Или вот, к примеру, подгорело. Хорошо, хорошо, говоришь, Касьян Сергеевич. А вот бойцы скучают. Опаздываешь. Можно быстрее. Так не в тот вкус. Овса коням засыпал? Малость засыпал. Засыпь весь. К вечеру лошадям самая работа будет. Ах, худые наши дела, Кузьмич. Как в темной бочке сидим. Почему это в бочке? Пройдем в село Михайлово. Тут и Грачев близко. Близок локоть, да не укусишь. Волк Грачева без патронов сидит, ждет нас за рекой у брода. Спереди деникинцы, сбоку деникинцы, путь нам один, через Михайлова. Вот вдруг и там деникинцы. Получается кольцо. Вот и пройди тут. Прорвемся, Михаил Егорович. Ребятки-то у нас лихие. Давай бой дадим. Бой, бой. А боеприпасы? Да, обозом рисковать нельзя. Вот что. Пошли-ка ты, Кузьмич, парочку толковых ребят на разведку. Пусть пощупают. Ежели путь свободный, к вечеру и мы двинемся. Есть послать в разведку. Есть, Березка. Кривую палку, разведку. Есть, в разведку. Рожков? Вот он я. Березки в разведку. Живо! Есть, в разведку. Войдите. Господин Ротмистр, приказ начальника штаба дивизии. Читайте. По данным разведки, отряд тульских рабочих численностью в 60 человек под командой Можаева везет боеприпасы красным частям полку Грачева. Ротмистру Головину приказываю с эскадроном двинуться в тыл расположение красных войск к селу Михайловка. Отряд тульских рабочих ликвидировать, боеприпасы забрать. Об исполнении донести. Начальник штаба дивизии полковник Орловский. Разрешите передать вашу готовность? Будет выполнено. Огонь идти? Идите. Что такое? Товарищ командир, мной задержан один мальчик и вот один медведь. А Березка где? Березка направился по кривой балке, товарищ командир. У нас сегодня в тату стрелял офицер. Белый? Да. Кузьмич. Меня ваши прислали, красные. Ну, ступай, тебя там накормят. А ты не горюй, мы же твоего папаньку
настигаем офицера. Ну, иди-ка развесели бойцов. Как тебя зовут? Шевердин Яков. Шевердин Яков? Ой, молодец ты. Ух ты какой, а сапоги есть у тебя? А у тебя есть в ящике что-нибудь веселенькое, да? Закрути. Закрути. Давай, давай. А ну покрути. Э-э. А ну, Потап Потапыч, сделайте публике уважение. Покажите, как пьяный солдат на посту стоит. Брось тут. А ну, Потап, Потапыч, покажи, как трус солдат Потапа ходит. А? Какого-то парня достал, а? На. Накорми, что ли? Сейчас. А, ну сейчас. Эх ты, тёлкец родной, вот они щи горячие. Да ты приумал, да. Ну, разговорился тоже, понимаешь. Сюда. Держи. Держи-ка. Ты смотри, это цыган тоже. Ух ты! Слушай, брось спать, говоришь. Давай, 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 давай. Кривой балки на треска. Юр, Юра, Юрка. Тачанки к бою! Выводи обоз, Кузьмич. Ты вперед поезжай, а мы здесь останемся. Зачем это? Вместе поедем. А если беляки нагонят, задержим их, пока ты не войдешь в село. Войдешь, бей в церковный колокол. А тут и мы за вами. Товарищи, к обозу! Нас поищут в лесу.
Ну, давай. Садись. Давай веревку. Ну, ну иди, Потап, иди, иди, иди. Что ты так медведь лезешь? А еще да? Ученый. Командир, а босс Туляков не обнаружили. А за Михайловым, за селом Михайловым были? Были. Ну? Как в воду канули. Пропали. Видите? Пропали. Где ж Туляки-то? Да черт их знает! Ну, ты что? Коль. Виноват, товарищ командир. Ну, то-то. Да. Бери его! Ах, Туляки, Туляки, подводят. А что если? Косьберюк? Патроны из пулеметных лент раздели между бойцами, но так, чтобы били без промаха. Понятно? Есть. И спокойно, без паники. Есть, без паники. Топай, топай. Товарищ Козберев. Ну? Лавкач. Эй. Ну вот, а дальше делаешь такую вещь. Вот так. И стреляй. Стреляй. Ну-ка. А? Давай. Ну-ка. Давай, давай. Раз. Ну вот, это, конечно, тебе не тульская нога. Нет, нет, нет. Ну, ты все одно, ты вникай в это дело. Ну, я из него с берегат можно ведь попасть. А можно попасть, а можно не попасть. Самое главное – чувство меры. Вот. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Товарищи, дорога Грачева одна, через барскую усадьбу. А в ней, возможно, деникинцы. Будет бой. А босс, товарищ командир? А босс? В крайнем случае, дорвать. Прорвемся, товарищ командир. А? Да. Так вот, товарищи, до вечера отдыхать, а в ночь через барскую усадьбу, через брод к нашим. Понятно, товарищи? Понятно? Понятно. Яшка, не Потап бедокур. Ай, спасите! Потап? Ты где мед достал? Тихо, граждане, тихо. Что вы? Медведь научный, граждане. Воровать научил, вот и научный. Кто воровал? Ты. Я? Ты. Сама видела. Я только попробовал. Вот так попробовал.
был граждане, товарищи. Утром меду сожрал. Не ел я вашу меду. Врет, ей-богу врет. Губы-то в меду, а руки? Неладно вышло у тебя, Яков. Красных никто еще в мародерстве не обвинял. Товарищ командир не ворует, Потап. Никогда. Вот вам. Давай, Красный, расходись. Чего расходись? Ладно, 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 с Николя не вами разберем. Вот что, Яша, уведи-ка ты своего Потапа в лес. Война, брат. Понимаешь? Ну где тут с медведем? Да ведь пропадет Потап в лесу. Дяденьки, а этого медведя отдайте мне. Дура, чего пристала? Ей верить, а мне нет. Верю, Яша, верю. Как сказал, уведи. Ну-ка. Яша. А ты не горюй, не горюй. Знаешь, как белых гадов перебьем, мы тебе медведей штук 12 купим. Ага, вот, Машенька, побольше. Ну, целый зверинец. Во-во. Не брошу я медведя. Обидел. Ничего, ничего. На, можно, конечно, прийти, а можно не прийти. Вот. Можно опоздать, а можно и не опоздать. Самое главное, идти на стеклевой бал. Придет, не придет, придет, не придет. Придет. Можешь прийти, а можешь не прийти.
Цыганян? Он медведя уволок. Старый знакомый. Хорош. Вот кто ты такой. А ну-ка, встань. Герой. Герой. Да ты, видно, главный комиссар, а? Эх ты! Раз такие комиссары бывают? Какие же? Настоящие. Откуда же настоящие? А Можаев? Можаев, чего ж ты испугался? Хороший командир. Хороший. Знаю. Ну, пойдем со мной. Садись. Садись. Хочешь? Ешь. Бросили тебя, а? А, свой отряд потерял. А где потерял? Ну, в каком месте, обоз? Что же ты, голубчик, молчишь? Ай-яй-яй. Может, язык потерял? Гаденыш, ваше благородие, дозвольте позаботиться. А? Да? Пойдем, мальчик. На. Ну? Жить с обозом. Карту. Слушать меня. Тебе. Отряд завести в лес. За поляну. Слушай. Против усадьбы. Слушай. Сюда, на балке. Слушай. В усадьбе останусь я. Со мной оставить 15 человек и 2 пулемета. Можаю его одна дорога к броду. Через эту усадьбу. Как только они появятся на поляне, перед усадьбой, я встречу их пулеметным огнем. Это послужит сигналом. По этому сигналу двинешь свой эскадрон и ударишь Можаеву в тыл. В плен никого не брать. Понятно? Так точно, ваше благородие. Хитро задумали, ваше благородие. Без памяти, ваше благородие. Убрать. Потапушка! Потап! Потапушка!
милый Потапушка, Шур, Шур Потапушка, Потапушка, милый, Шур Потап. Чоп, чоп, Потап, чоп. Не служу никому, а чего я весной по полям и лугам не сбираю цветов. Тех дней нет давно, помечали стрелой. Эй, стой! Цыганенок убежал! Не понял! Командир, Яшка! Товарищ командир, засада! Бери! Где Беликин? В усадьбе! Кузьмич! А? А? Герой? Герой! Ну! Занять усадьбу, всех ликвидировать. Ровно в 7. Откроешь огонь по пустой поляне. Противник вырвется на эту поляну, нас добивать, а ты его встретишь пулеметным огнем. А там и мы ему и из лесу в тыл. Понятно? Рожков! Ласов! Ты, ты! Его, его! Понятно? Есть! За мной! Ты куда? И я с ними пойду. На, возьми, дорогу покажешь. Чертяга.
В случае чего, чтобы ни одного патрона белым. Есть, товарищ командир. Здравствуй, мальчик. Здравствуй, ваше благородие. За что? За отца. Медведь! Бандит! А ну, Потап Потапыч, сделайте уважение его благородию! Цоп его! Цоп! Тульской пряницы! Как с патронами? Пустяки осталось. Пулеметы? Кончились, товарищ командир.
Атаку! За мной! Туляки! Прощай, Яша. Спасибо за помощь, за дружбу. И за медведя. От всех бойцов спасибо. Прощай. А как же я? Ты матери нужен. Братишки-то малый.